Ага. Я наконец избавлюсь от способностей. Но сказать по правде, они у меня так давно, что без них будет как-то не по себе. Знаю, знаю. Поздравляю, зайчонок. Ты вполне заслуживаешь такой награды. Его легко спутать с настоящим, да? Что? Само собой, это Кольди. В этом стратуме таких ценных вещей нет. Ты правда думала, что я расстанусь с такой драгоценностью? Это лишь приманка в ловушке. Нет! 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 Теперь повеселимся. Это лучшее место для смерти. Начнем веселье! Издеваешься? Я должна... Ишь ты как... Ая, гораздо резвее, чем все остальные зайчата. Это меня уже утомляет. Пора изменить правила! Не должно сойти с ума. Урон.
Темная тварь! Я на тебя надеялся! Ничего. Смерть придет. Рано или поздно. Куда? Теперь-то я где? Стратум? Я не хочу уходить. Мне надо найти кристалл. Я устала от насмешек. Я хочу дружить. Хочу жить нормальной жизнью. Без этой силы. Этот очищающий кристалл может мне помочь. Он меня вылечит. Я никуда не уйду, пока не отыщу его. Да, и что? Отлично. Что ж, назад пути нет. Это... Я стопудово уже видела этих обезьянок, но что за срань? Что такое? Так. Кажется, что-то изменилось. Так, это очень странно.
Это же... Почему здесь картина со мной? Какого черта? Thank you.
Миш играет с куклами, да? Опять? Что еще? Кто-то оторвался по полной. Хочешь, чтобы я поиграла с куклами? Да, ясно. Иди. Нахер.
Боже, ну и жуть. Правда. Иди нахер. О, она сдохла. Как жаль. Роза, ты что, все еще ищешь кристалл? Ладно, помогу тебе. Езжай на лифте ко мне. Да кто ты? Thank you.
Господи Боже! Боже! Что с ним не так? Зачем ты мне мешаешь? Ты же за кристаллом пришла. Ты знаешь, где он? Я привела тебе своих друзей. Поиграй с ними, и может, я отвечу? Происходит. Бедная просто Роза. Буду ждать от тебя в дальней спальне. Надо идти дальше туда. Thank you.
какая ты упрямая! Ладно, тебя ждет еще много друзей. Что-то придумать. Надо как-то обойти их. Убить ее!
что бывает с девочками, которые плохо себя ведут. Их наказывают. Да ладно. Судя по всему, спальня вон там. Надо валить отсюда! Больше не могу. Причем вообще тут мой отец? Я его даже не знаю. Нет, не знаю. Я ничего о нем не знаю. А хотела бы. Знаю только, что он погиб за меня.
Иногда. Я думаю, какой была бы моя жизнь, будь он жив. Катались бы мы на велике, делали бы домашку, читали бы книжки на ночь. Был бы он рядом со мной, гордился бы. Вообще, когда мне трудно или страшно, я представляю, что бы он мне сказал. И где мы? Все кажется знакомым. Вроде я уже бывала здесь. Сколько украшений! Какой-то праздник.